Продолжаем нашу программу. В Самаркандской области наращивает производственные мощности одно из совместных предприятий фармотрасли. Сегодня оно выпускает 17 видов инфузионных растворов. А новые проекты, предусмотренные к реализации в этом году, значительно обогатят ассортиментный ряд лекарственных средств. На внедрение стерильных технологий будет инвестировано 27,5 миллионов долларов. Тему продолжит наша коллега. Самарканд сегодня – это регион, в котором быстрыми темпами создаются и развиваются промышленные зоны в различных областях экономики, в том числе и фарм-индустрии. Постановление главы государства о мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения стало для работников этой отрасли своеобразной дорожной картой, с помощью которой воплощаются в жизнь бизнес-инициативы и идеи. Всего лишь за минувший год в рамках реализации этого документа введены в строй два крупных фармацевтических предприятий. Один из таких перспективных проектов – Самарканд Ингланд Эко Медикал. Совместное предприятие по производству лекарственных средств и изделий медицинского назначения. На сегодняшний день здесь выпускается более 17 видов растворов. Немецко-китайское предприятие оснащено по последнему слову техники. Здесь внедрены новейшие технологии по изготовлению флаконов, очистки ионным воздухом, упаковки, контролю воздействия светом. Всем этим процессом руководит местная молодежь, которая грамотно и уверенно занимается внедрением в производство новых высокотехнологичных методов и инновационных идей. Благодаря молодым, талантливым и целеустремленным кадрам потенциал организации растет с каждым годом. К примеру, накануне дан старт новому проекту с целью увеличения объема экспортоориентированной продукции, а также расширения производственного процесса. Запущена линия по упаковке таблеток, ампул, капсул и жидких лекарств. Но это еще не все. К завершению подходит разработка еще одного перспективного проекта. Стоимость 27,5 миллионов долларов. Создание института бизнес-омбудсмена в нашей стране стало своеобразным мостом между государством и предпринимателями. Теперь наши права защищены, это намного облегчило работу. Перемены в сфере придают силы для реализации новых идей и инициатив. Старт крупных проектов, в свою очередь, обеспечит местное население постоянной работой. Наступивший 2018 год, по мнению экспертов, позволит внедрить в практику новые проекты и разработки, эффективному использованию имеющихся ресурсов, а также производство продукции, отвечающей мировым стандартам.